девочка? За денежку. За денежку. Так наша муха денежку нашла, да? Так, а ну-ка скажи мне, пожалуйста, как называется эта фигура? Круг. Круг, точно. Спускайся вниз, Ариша. Так, а эта фигура как называется? Треугольник, умничка. А эта фигура как называется? Квадрат. Квадрат. Ариша, сколько Оля тебе дала фигурок? Посчитай. Один, два, три. Три, умничка. Один, два, три. Ариш, подумай, пожалуйста, какая фигура здесь лишняя? Синяя. Ты думаешь, синяя? Синего цвета. Да, синего цвета. А треугольник и круг какого цвета? Красного. Красная, умничка. А давай еще подумаем, может быть, есть и другие варианты? Подумаем? Да. Ну, это очень очевидно, да? Мы быстро с тобой нашли ответ, что квадрат, он синего цвета, поэтому он лишний. А другие варианты? Давай с тобой подумаем. А у квадратика что есть, Ариша? Углы. Углы есть. Один, два. Так, а у треугольничка есть углы? Да. Да, сколько углов у треугольничка? Один, два, три. А у кружочка? Нету. Нету. Может быть, может быть кружочек лишний? Нет. Может. Почему? У него нет чего? Чего нету? Вот этого. Уголков. Муха! Я монетку нашла. Ариша, положи, пожалуйста, в копилку все кружочки зеленого цвета. Кружочки зеленого цвета. Да, давай. Да, да. Давай, есть еще зеленый цвет. Нашла, умничка, молодец. Давай складывать все кружочки зеленого цвета. Аришенька, а теперь нам нужно найти кружочек такого цвета, какого цвета клубника. Клубника. Конечно, красный, конечно. Да. Есть еще красные кружочки? Нет, больше. Да, конечно, давай. Да. Да. Аришенька, а теперь собери все кружочки такого цвета, какого ты хочешь. Это кружочек? Нет. Так. Желтый. Ты выбрала какой цвет? Желтый. А есть еще желтые кружочки? Нет. Внимательно. Так, да, здорово. Нет. Да, давай, 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 давай. Так, еще есть кружочки? Нет. Ариша, Ариш, нам нужно сейчас собрать кружочки, только не синие. Не синие. Нет. Да, не синие. Фиолетовый, конечно, моя дорогая умничка. Один. Один фиолетовый кружочек, правда? Быстро, 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 быстро. Очень быстро, Арина. Очень, очень, очень быстро, 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 быстро. Так, давай, 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 давай. Очень быстро, очень быстро. Что, не подходит? Размер у него другой. Точно. А если по размеру не подходит, может быть, ему другая копилочка нужна? Которая по размеру какая? Больше. Сейчас мы другую копилочку обязательно положим. Смотри, есть еще треугольники. Арина, быстро, 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 быстро. Давай, 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 давай. Умничка, умничка. Так. Ну, а теперь только обещала большую тебе копилочку. Замечательно. Так, Ариночка, какие фигуры у нас с тобой остались? Как они называются? Квадратики. Смотри, первый цвет мы возьмем не фиолетовый, не зеленый, не синий и не желтый. Красный. Умничка. Теперь выбери, какой тебе нравится цвет. Какой ты выбрала? Зеленый. Сколько зеленых квадратиков ты взяла? Синий. Один, два, три. А фиолетовый сколько квадратиков? Один. Один. А теперь возьми квадратики цвета лимона. Один, два, три. Умничка. И какой цвет у нас остался? Синий. Ариш, а ты помнишь, что синее бывает? Небо. Небо синее. А еще что синее? Море. Море синее. Что еще синее? Мячик синий может быть? Нет.
почему нет? У нас дома есть синий мяч. Есть синий мяч? Такой меньше. Меньше размером, да? Пошла и купила что? На ручки. На ручки тебе села. Хорошо. Что муха наша купила, Ариш? Самовар. Приходите ко мне. Вот. Я вас... Гасу чай. Чаем угощу. Давай посмотрим, кто пришел в гости к нашей мухе. Это кто? Это май. Внимательно посмотри. Видишь, такая полосатая красавица. О! Оса, давай, крепи на доску оса. Прилетела к ней оса. Давай вот так муха у нас будет, а оса чуть ниже. Мы всех гостей вот так выстроим в ряд. Хорошо, Ариш? Так, а это кто к ней прилетел? Жук. Вот так, давай в ряд, в рядочек, да? Все они у нас вот так вот сидят. Так, а это кто к ней пришел? Муравей. Аришенька, в рядочек. Кстати, он ногой его сядет. Ну, ему ж неудобно будет, если у него на голове кто-то будет сидеть, да? Угу. Аришенька, нам надо будет их посчитать, поэтому давай их рядышком, чтобы тебе потом было удобно считать, да? Ты их так складывай, как тебе будет потом удобно считать. Так, а это кто, знаешь? Кто это? Кузнечик. Кузнечик, пожалуйста, крепи кузнечик. Давай гусеницу крепи. Так. Ага. А это кто? Солдатик, да? Солдатик. А мой девиз. Полигаемки. Папа такой. Пусик. Да, давай, давай, сюда, крепи. Сюда, сюда, сюда. Так, а это кто? Муха. Стрекоза. Так. Так, а это кто? Пчелка. Пчелка. О, сколько много гостей у нашей мухи, да? Ариш, давай посчитаем, сколько гостей пришло к нашей мухе. Считай. Один. Два.